приглашают, Катарпат зовет любое время года, любой сезон. Это место, куда можно приехать и с пользой, и с интересом провести время. Во-первых, Катарпу можно использовать для прогулок, на велосипеде, пешком, для занятий бегом. Второе, можно использовать для хорошего времяпровождения, изучения именно тех редких птиц и растений, которые у нас есть в Бресте. И также это место, куда можно приехать любому туристу, любому человеку, который посещает или проезжает Брест, для того, чтобы увидеть то, как в городе может быть возможность хорошо провести время в зеленой зоне. Приглашаем!